Александра Беляева в хоккей привел отец, который всегда был фанатом этого вида спорта. И вот после 4 лет тренировок золото соревнований и звание лучшего центрального нападающего. Юный хоккеист признается, матч был нелегким, но именно преодоление и вдохновляет двигаться дальше и добиваться побед. Конечно, радость, потому что все-таки победили со счета 1-0. Вначале, конечно, расстроились, потому что проиграли 1-0, но потом на буллитах выиграли и 5-4 выиграли. В Самаре прошли финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Это старейший хоккейный турнир среди детских команд в стране. Первые соревнования состоялись еще в 1964 году. Тренер команды «Дубрава» Руслан Гилхаев рассказывает, к матчу готовились целый год. Соперники из Кошкинского района оказались достойными. «Белые барсы» сумели на предпоследней минуте матча отправить в ворота конкурентов две шайбы и сравнять счет 4-4. Но ребята это не сломило, и на буллитах они одержали безоговорочную победу, опередив в команду на 1 гол. Да, они вообще болеют, они очень сильно переживали перед игрой. Вот. Тем более сегодня у меня день рождения, они подвести не хотели меня. И, можно сказать, самый лучший подарок сделали. Положительные эмоции. Ну, браво, чемпион! Побольше вот таких соревнований у нас в стране вот проводилось, и как бы дети очень любят спорт, и поэтому как бы я считаю, что надо двигаться в этой теме, в этом направлении, и больше давать возможности детям. Вслед за «Дубравой» и «Белыми барсами» в тройку лидеров вошла команда «Шершни» Пестравского района. Победители игры сразятся на финальных соревнованиях в Салавате. Они будут проходить с 10 по 17 февраля. Виктория Шара и Максим Беспалов, Григорий Плешаков. События.